Ростов, шахты Гуково, Новочеркасск, Каменшахтинский, Батайск. В 12 муниципалитетах области напряженная ситуация с дорогами. По словам регионального министра транспорта, к 1 мая ямы, которые образовали зимой, устранят. Также Владимир Окунев рассказал, что движение общественного транспорта по мосту на Малиновского в Донской столице возобновится в конце апреля. А к концу июля, возможно, откроют движение для всех. Для этого все делается, согласовывается схема, средства массовой информации мы буквально, может, сегодня-завтра опубликуем, что мы открываем движение. Ну и более того, мы, в принципе, наверное, уходим на более краткосрочную программу. Наверное, скорее всего, мы постараемся к концу июля полностью открыть движение. Также обсуждали реализацию нацпроекта образования, в том числе мероприятия, направленные на развитие талантов школьников. В проекте «Современная школа» одно из направлений – создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их работает уже 42 в 25 муниципалитетах на базе сельских школ и школ малых городов. Все точки роста мы на сегодняшний день ориентируем на открытие профильного класса на старшей ступени обучения. Для нас очень актуально сейчас и педагогическое направление, и медицинское. Новое оснащение оборудования будут способствовать и повышению интереса к этим двум профессиям, и повышению качества знаний для того, чтобы поступить в ведущие вузы Ростовской области. Второй проект – цифровая образовательная среда. С помощью приобретенного компьютерного и интерактивного оборудования школьникам во время уроков обеспечен доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к онлайн-тренажерам и тестам. Еще один проект – «Учитель года». При федеральной поддержке в прошлом году начали работать центры непрерывного профмастерства педагогов. В них обучают работать в новых условиях. На заседании областное правительство дало несколько поручений региональному Минобру. Срок до 5 октября текущего года обеспечить проведение мониторинга площадок центров образования, естественно, научной и технологической направленности точки роста на соответствие приказу Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.03.21 номер 243 об утверждении проектов зонирования центров образования. После подведения итогов отопительного сезона правительство поручило МинЖКХ до 1 октября обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилых домов к следующей зиме, а главам муниципалитетов создать в теплоснабжающих организациях и объектах соцсферы нормативные запасы топлива. Анна Туполева, Екатерина Лободина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.